Привет, ребята, это исследователь метро. Я сейчас хочу показать просто рекламка телевизора, который пропаганду тупости делает. Пропаганда бывает и полезная, ну как на моем канале, пропаганда прогресса. А вот тупость, какие-то сериалы никчемные, дома, это вообще я не понимаю, какие дома. Работая 1020 получая обычную зарплату, это невозможно. Это какой-то варьё тут квартиры покупает, которые потом дома недостроенные, они жалуются, что нужно с ними объединиться. Не нужно с такими объединяться людьми, их волнует только их жопа. Ну, к янариум сходить можно. Дома хламовые, как я понимаю, строят, там тонкую стенку, изоляция херовая, квартплаты огромные. Ну да ладно, потом поговорим. Все, пока.